В Алматы найдены человеческие останки. Жуткую находку обнаружили на территории, где ведется строительство нового микрорайона. Общественники считают, что они могут принадлежать жертвам декабрьских событий 1986 года. Местные власти комментировать ситуацию отказываются. Но в департаменте внутренних дел факт обнаружения подтвердили. Жанна Рахимжанова продолжит тему. Между новыми многоэтажками в микрорайоне Алгабас пустующий участок земли. Год назад здесь начали рыть котлован под фундамент очередного дома. Однако в первую же неделю работы остановились. Строители наткнулись на человеческие останки. Да, мы слышали, что здесь нашли старое захоронение. Народ же не просто об этом говорит. Летом как раз такие разговоры были. Больше я ничего не слышал. Свою версию того, кому принадлежат останки, найденные на окраине Алматы, выдвинули жильтухсановцы. По информации заместителя председателя движения жильтухсана Хихаты Бисимбая Кузбекова, сохранились и остатки одежды, в которой похоронили людей. Я обратился в ритуальное бюро, где информацию о найденных телах подтвердили. Я считаю, что это участники декабрьских событий, демонстранты, которые выступали на площади. Они должны быть достойно похоронены, ведь благодаря им мы получили независимость. В акимате Алатауского района заявили, что о находке не знают, и комментировать ситуацию отказались. Время обеда у меня. Более подробную информацию сообщили в департаменте внутренних дел. Правда, полицейские предположения жильтухсановцев не подтвердили. Выяснилось, что сразу после обнаружения останки отправили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что этим костям более 50 лет. Официально во время доследственной проверки было установлено, что именно как раз в этот период на данном месте функционировало кладбище. Строительство на месте старого кладбища, возможно, продолжится. По словам местных жителей, власти обещали построить здесь детский сад. Жанна Рахимжанова, Жанар Жолтаева, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.